Доброго дня. Я Знаткова Олена, переселенка з Луганська, радник голови громадської ради при Державній податковій службі у Харківській області. З початку війни на сході України сотні тисяч мешканців Донбасу стали переселенцями. Кожен день ми долаємо виклики, пов'язані з новими умовами нашого існування. І серед багатьох питань є ті, що стосуються оподаткування та взаємодії з органами податкової служби. Тому громадська рада при ГУ ДПС у Харківській області стала ініціатором проведення діалогів між представниками переселенської спільноти та фахівцями-податковцями. Зйомки нашої програми відбуваються на майданчики інформаційного центру «Майдан Моніторинг» в рамках програм «Українська миротворча школа» та «Школа соціальних посередників». Шановні друзі, дозвольте вам представити учасників нашої зустрічі. Перша інформаційна зустріч у такому форматі, і інформаційної програми – це Біланчук Сергій Олександрович, начальник управління податкових сервісів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Баркова Юлія Володимирівна, заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Київського управління ГУ ДПС у Харківській області. Клименко Олена Іванівна, головний державний податковий ревізор-інспектор управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області. На зустрічі у нас присутні Редьман Володимир Валерій, заступник голови податкового комітету громадської ради при ГУ ДПС у Харківській області, Самарська Валерія, переселенка з Донецької області, підприємця і громадський діяч. Модератором цієї зустрічі буду я, Знаткова Олена, переселенка з Луганська, радник голови громадської ради при ГУ ДПС у Харківській області. Тому я прошу почати наш діалог, а наприкінці нашої зустрічі прошу, щоб кожен наш учасник висловив слова підтримки та побажання нам переселенцям. Отже, почали. Доброго дня всім. На сьогодні переселенську спільноту ФОПів, дуже цікаве питання, що взагалі у них є які пільги стосовно того, що вони переселенці, які у них є преференції, чи є в податковому кодексі якісь положення, згідно яких вони можуть отримати якісь пільгові періоди або канікули податкові. Канікули які? Непосредственно по оплаті налогів і зборів? Или що имеется в виду конкретно? Хотілося б услышати вообще ситуацию на сегодняшний день, какая складывается по отношению налогового законодательства к ФОПам ВПО. Ну, согласно налогового кодекса, именно в перехідних положеннях есть определенные статьи, согласно которых те частные предприниматели, которые осуществляют деятельность, либо же числятся до сих пор частными предпринимателями на оккупированных территориях, они освобождаются от уплаты земельного налога, если у них есть там непосредственно земельные участки, как в собственности, так и в аренде, которые находятся. И также они освобождаются от осуществления штрафных санкций на тот период, пока они не будут перепрописаны уже на подконтрольной Украине территории. Угу. Эта норма закона действует начиная с 14 апреля 2014 года, когда непосредственно начались активные боевые действия. Это только земельного налога касается или других? На сегодняшний день эта норма действительно только по земельному налогу. Все, что касается единого социального взноса, изменения в закон по ЕСВ не были применены, поэтому никаких, скажем так, норм по поводу того, чтобы как-то освободить от единого социального взноса и непосредственно переселенцев, на данный момент нет. Для того, чтобы уменьшить уплату или тоже пересчитать уплату по единому налогу таким частным предпринимателям по другим обязательным платежам, таким как подоходный и военный сбор,
нужны документы из Расчетной палаты Украины, где подтверждают то, что это как форс-мажор, и тогда долг по единому налогу будет списан на основании решения комиссии. То есть, имея на руках справку из торгово-промышленной палаты, переселенец ФОП может обратиться обратиться с заявлением вместе с этой справкой, его вопрос будет рассмотрен, ну, в большинстве случаев рассматривается, ну, в сторону плательщика. Угу. Спасибо большое. Есть следующий вопрос, мы выяснили, уточнили по поводу земельного налога. Скажите, пожалуйста, момент проверки ФОПа в ВПО, есть какие-то особенности при проверках касательно того, что этот предприниматель имеет статус переселенца и его, допустим, первичные документы остались на подконтрольных территориях? Единственное, скажем так, запрет, который существует в данный момент для частных предпринимателей, которые осуществляют деятельность и которые зарегистрированы на неподконтрольной территории Украины, это запрет проведения плановых и внеплановых проверок. Потому что, скажем так, место нахождения частного предпринимателя – это зона проведения боевых действий, либо операция объединенных сил. И документы, естественно, никто не предоставляет, и они, ну, по понятным причинам, они утеряны. Поэтому, согласно закону Украины номер 1726/8, органы налоговой службы не проводят проверки по таким предпринимателям, которые зарегистрированы на территории проведения операции объединенных сил, либо на территории АТО, не под контролем. Как только частный предприниматель перепрописывается, уведомляет, естественно, все органы о том, что он перепрописался на территории уже подконтрольной Украины, ну, неважно, это будет Харьковская область, это будет Киевская область или Сумская, с того момента уже действие этого закона на него прекращается. Если такой, например, частный случай мы имеем, предприниматель пересекал блокпосты, вывозил документацию, и, например, у него или забирают, или что-то случается, конфискуют, либо он при выезде оставил документацию на той территории, приехал, перерегистрировался, к примеру, в Харькове, да? У него проверяемый период начинается с момента того, когда он перерегистрировался. Спасибо большое. Значит, что еще интересует? Особенности внесения изменений. При завершении, либо особенности внесения изменений при смене фамилии, при смене места жительства, либо же при завершении предпринимательской деятельности. Особами, які залишились на окупованій території. Если они остались там, но они хотят внести изменения. То есть как это происходить должно? Давайте я отвечу. У нас есть электронный кабинет на сайте государственной налоговой службы, с помощью которого, ну, опять же, чтобы туда зайти и авторизироваться, то нужен электронная цифровая полка, туда зайти. Поэтому если человек находится на неподконтрольной территории, ему в любом случае нужно сюда приехать, ну, в ближайший населенный пункт, где есть органы, которые выдают эти ключи, только тогда может он воспользоваться этим сервисом. А так, в принципе, ну, других вариантов нет, он должен появиться и подать документы, опять же, независимо от места своей регистрации. То есть он может приехать в Харьков, может приехать в Мариуполь, в Северодонецк и подать документы для внесения изменений.
То да. есть, не имея ничего на руках, вот, находясь, не выезжая, он не сможет практически ничего сделать. У нас были подобные случаи. Обращались люди, которые выезжали, вели в Харькове предпринимательскую деятельность, регистрировались. Потом в какой-то момент, когда у них складывались так обстоятельства, они закрывались и возвращались обратно на те территории. И вот буквально недавно обращался человек, которому позвонили, ну, телефон да, работает, связь есть, позвонили из Харьковской налоговой и сообщили о налоговом долге. Вот, я предложила проверить электронный кабинет на СВС ГУЛЮИ, да. Человек говорит, проверил, но там никакого долга по компьютеру за ним не числится. Насколько вот данные, которые в электронном кабинете, или данные у сотрудников налоговой являются корректными, насколько они синхронизированы? Смотрите, возможно, этот борг так называемый пассивный, то есть не применен. Там есть какие-то штрафные санкции, которые он там своевременно сдавал отчетность, еще что-либо, то есть их нужно применить. При применении, естественно, оно садится в недолг. То есть такая пассивная задолженность. Поэтому, закрыв свою деятельность, да, он снимается с учета у нас как частный предприниматель, но при этом он остается в реестре страховщиков. То есть он обязан, чтобы исключиться из реестра страховщиков, то есть обязательно проведение проверки. И только после проведения данной проверки он исключается из реестра. И при проверке уже проверяется, платил он единый социальный взнос, не платил, сдавал ли своевременно свои отчеты. Поэтому, возможно, данная ситуация именно место быть. Если человек не возвращается обратно в Харьков, не приезжает и не осуществляет данные действия, чем это ему грозит? Что у нас приостанавливается? У нас приостанавливается. Согласно, если у нас мы говорим о плательщике, который имеет недоимку перед бюджетом, согласно раздела 20 переходные положения, я бы рекомендовала вам записать 38.2 статью. И 38.7. Это будет интересно прочесть всем, приостанавливаются любые действия, которые прописаны в налоговом кодексе, что касается налогового долга. Здесь мы можем порадовать людей, к ним не применяются никакие штрафные санкции, мы не передаем ВДВС, мы не передаем суды. Приостанавливается все, да, опять же, как сказали мои коллеги, до момента человека, который приедет к нам, грубо говоря, в Харьков или в Киев, и начнет осуществлять свою деятельность. Угу. То есть с момента приезда. Удачи. Ну, здесь обратная ситуация. Побыл у нас и уехал. В этом вопрос стоит. Я хочу сказать конкретно, что касается налоговой методики. Немножко разрядить вашу обстановку на кабинете. То есть тем переселенцам, предпринимателям, которых за вот этот сложный период нашей новой жизни накопилось определенные штрафы и санкции, над которыми разряд, им не нужно бояться приходить к вам, да? Им не нужно бояться приходить к вам? Нет, конечно. Если они зарегистрированы на территории Харькова, да. Еще, да. Ну, в принципе, можно не бояться, но все равно их не снимут с учета, просто пока к ним не будут применены все штрафные санкции. Это, скажите, пожалуйста, нужно, например, получить налоговую консультацию и хотя бы понимать, какие сейчас штрафные санкции. Вы даете какое-то предупреждение или какой механизм взаимодействия с налоговым человека, который накопился большой долг? Он пришел к вам, он узнал свою ситуацию и дальше, конечно, в роспечи и в сложной ситуации не понимает, что дальше делать. Существуют ли какие-то отсрочки или какой-то срок? Пока это все приостанавливается, но когда человек приедет к нам, естественно, это все восстановится. Он получит налоговую выборку с долгом, есть рассрочка, есть также на него будет распространяться списание по поводу 1095 дней, то есть 3 года уже прошло с момента возникновения налогового долга. Естественно, все возникнет по мере. А можно уточнить, в ваших ответах на наши письма и просьбы разъяснения была такая фраза, как безнадежный долг. Безнадежный долг – это 1095 дней с момента, когда в лицевую карточку сел долг, и вот проходит 1095 дней, он подлежит списанию.
Вот, я говорю, когда человек сможет нормально осуществлять свою деятельность, он придет к нам, и эту консультацию он получит. И все, что касается в рамках налогового кодекса, конечно, будет к нему применяться. Ну, я же говорю, есть рассрочка, есть списание, это все для них будет. Так же, как для нас, мы все граждане Украины. Спасибо. У меня есть вопросик по этому моменту. Скажите, пожалуйста, Алина Ивановна, как происходит рассрочка, каким образом и каким видом налогов, задолженности налоговой она применяется? Рассрочка сегодня даже можно дать на недоимку. Если раньше на обязательные платежи давала, то сегодня налоговый кодекс может давать и на недоимку. То есть, если накопилось в силу каких-то сложных обстоятельств человека, там, скажем, 500 тысяч, он может прийти, написать заявление по месту регистрации уже, например, в Харькове, и получить рассрочку. Она дается, к сожалению, до конца года, до декабря. Вот если человек пришел в апреле, написал заявление, то у него есть время четко по декабрю. То есть не на 2, не на 3. Если человек хочет получить рассрочку на 2, на 3 года в связи с материальным сложным положением, он должен обратиться в суд. Еще такой момент. Это, я могу ошибаться, я не совсем этот момент понимаю. Значит, есть объявление, ну не объявление, предпринимателя извещают о том, что у него долг. Это подоткова бумага. Так, а потом передают судоисполнителю? Передают, да. Если это ЕСВ, передают выконавчей службе. Если это налоги, мы передаем в суд. Даже на момент, пока человек находится там, на него, я же еще раз сказала, не распространяются эти действия. 38.2, 38.7. С момента, когда мы говорим, человек вернулся и готов приступить заниматься деятельностью, Ну это ко всем плательщикам. Это по всем пока, да. Вот он вернулся, готов заниматься деятельностью, он хочет получить рассрочку. Он может... обращается в налоговую по месту регистрации, да. Пишет заявление, она рассматривается в течение 10 дней. Можно еще один вопрос уточнить? Мы тоже его при первой встрече, и Юлия Владимировна сегодня уже обозначала, акцентировала внимание на вопросе земли. И у нас конкретный случай, есть частный предприниматель, у которого появилась задолженность по налогу за землю, которая осталась на оккупированной территории. Скажите, он должен прийти, здесь он осуществляет в Харькове предпринимательскую деятельность, и мы, по-моему, вот я слышала на прошлой встрече о том, что есть такая комиссия, которая вот решает этот вопрос. Нужно ли ему ехать в Северодонецк или этот вопрос можно решить здесь, в Харькове? Ну, здесь нужно понимать, как этот частный предприниматель, в какой собственности у него находится земля. Это у него собственность или это у него аренда? Собственность. Если это собственность, то я так подозреваю, что, скорее всего, ему выносились налоговые уведомления и решения, на основании которого ему был начислен налог по земле. Опять-таки, согласно переходных положений, частные предприниматели, они освобождены от уплаты налога на землю и аренды земли, пока он прописан непосредственно на территории проведения боевых действий. Как только он прописывается уже в Харькове, или в Сумской области, или в какой-либо другой, то тогда он уже не освобождается от уплаты земельного налога. Потому что он уже непосредственно прописан здесь. Хорошо, понятно, спасибо. А дополнить, если физична особа, у якої власності будинок там і якась прибудинкова територія і залишилась на окупованій території, і вже 6 років нічого там, ніяких податків не вкинуло. Це теж розповсюджується, так? Да? І що іменно розпространяється? Земельна особа? На гражданина, обыкновенного гражданина, но эти нормы на граждан тоже, не только на частных предпринимателей, но и на граждан распространяются. И до того момента, пока прописка там? Да. Точно так же? Точно так же, да. Как только у вас появляется временная прописка, справка про внутреннюю перемещенную особу, либо вы просто прописываетесь где-то без справки, а непосредственно... Там, у родственников или, может, приобрели свое жилье, то тогда вам уже необходимо будет уплачивать. Справка-то есть. Справка-то есть.
Справка у вас с 2014 года. В этой же справке указывается прописка, ну, непосредственно прописка еще ваша, не просто о том, что вы внутренне перемещенные особы, а еще место регистрации нам до периода того, пока вы не вернетесь. Да, там место проживания. Ну, вот это считается, ну, согласно этой справке, это считается, что вы являетесь плательщиком Харьковской области. Скажем так грубо, вы прописаны в Харьковской области. И как потом? Ну и получается, если вы прописаны в Харьковской области, значит, вы должны уплачивать налоги, потому что вы прописаны не там. За тот участок, который на купе? За тот участок, да. Посоветуйте нам, пожалуйста, как же быть в такой ситуации, если мы видим, действительно, это ситуация какая-то странная. Как быть в такой ситуации? Ну, как посоветовать, я как сотрудник налоговой инспекции, налоговых органов, ну, прямо вот, чтобы избежать этой ситуации, я вам ничего не смогу посоветовать, потому что все должны действовать в рамках действующего законодательства. Мы руководствуемся налоговым кодексом. Вот как вот есть в налоговом кодексе, так вот мы и работаем. Ну, сейчас я тогда хочу обратиться к Валерию Репину, заступнику главы подоткового комитета. Можем ли мы, Громадской рады, можем ли мы инициировать перерассмотрение или внесение в право, или внесение предложений, ну, вот, на основании вот этих случаев, которые проходят? Ну, мы уже рассматривали на заседании подоткового комитета, и в повестке дня следующего заседания будет стоять вопрос именно по теме, связанной с вымышленным процессом сломана. И я думаю, что уже была практика такая у нас, мы подготавливали предложения к нашим органам вышестоящим Верховной Рады, там, другим, внесение изменений. Я думаю, что это будет подготовлено, как примут в Киеве, это уже будет зависеть не от нас. Но как от общественности, я думаю, совместно с вами, людьми, которые, в принципе, заинтересованы этими в первую очередь, вы подготовите, наверное, еще и вопросы, которые наиболее такие больные для переселенцев. Это как раз вопрос очень больной для переселенцев, однозначно. Так это моя собственность находится там, я ей не распоряжаюсь, но налог я за нее плачу. То есть, если кто-то пользуется, ну, плачу я, это как, это нонсенс. Такого быть не может. Поэтому я думаю, что попытаемся подготовить, передать законодателю нашему. И, может быть, совместно попытаемся провести изменения законодательства. Ну, безусловно, Громадская рада будет работать над этими документами, и мы надеемся, что к нашей работе, к нашей работе привлекутся. Подключатся и общественные организации, и отдельные переселенцы, предприниматели. Вот. Мне хотелось бы сейчас обратиться к вам как госслужащим. У меня тоже есть опыт государственной службы более 10 лет. Я прекрасно понимаю регламент работы, я понимаю, что у нас есть у всех функциональные обязанности, должностные обязанности, за которые, за рамки которых мы не всегда имеем право переступать. Но все-таки в данной ситуации, когда сейчас реально в министерстве по оккупированной территории ведется такая работа по поддержке переселенцев. И я наблюдаю за государственными органами в Харькове, Харьковской областной государственной администрации, Харьковским городским советом, которые как никогда в этом году идут навстречу и обговаривают, и разговаривают с нами, с переселенцами. Я хотела бы к вам обратиться как к госслужащим, как коллегам, все-таки заручиться вашей экспертной поддержки в подготовке документов, которые будет готовить Громадская рада. Можем ли мы рассчитывать на то, что вы где-то нам подскажете, какого закона это касается или какого положения кодекса касается? Ну, конечно, как по-другому. Все, успею брать. Если есть у нас еще какие-то вопросы, которые у нас остро сейчас стоят. Возможно, у кого-то возникнут из переселенцев-предпринимателей вопросы. В
Вы знаете, мы только стали на путь налаживания коммуникации, мы достаточно долго собирали людей и разряжали эту обстановку, напряженную обстановку, связанную с податками, с налогами. Вот, и эта тема начала сейчас обсуждаться, и мы вышли с письмом Главному управлению ДПС Харьковской области и получаем очень достаточно конкретные разъяснения. Поэтому мы хотели бы продолжить нашу работу и хотели бы дальше проводить вот такие встречи, которые есть, ну, которые начали сегодня. Есть вопросы, да, Анна? Да, Валентина. Ну, это не вопрос, скорее пожелание или голос наш, то, о чем болит. На самом деле, я переселенка. Мы приехали сюда с семьей и започатковали власну справу. Мы являемся власниками фермерского хозяйства. Но на данный момент возникает, вот мы платим, мы являемся двумя частными предпринимателями, платим налоги. На данный момент становится вопрос о том, что нам нужно привлекать людей, которым мы готовы платить, но налоги настолько велики, что мы не можем себе позволить нанимать людей и платить за них еще налоги. Есть ли какое-то пожелание наше о том, чтобы, возможно ли снизить как-то вот этот налоговый на нас напряжение, потому что кроме того, что мы платим аренды, кроме того, что мы платим, даем продукцию, еще и нанимая людей, мы еще и вынуждены платить огромные налоги, которым, честно, вообще не пассивны. Поэтому либо расти и развиваться, либо закрываться. Вариант такой. На самом деле, да. Потому что сложно платить за себя налоги, потому что объемы производства не настолько велики, чтобы это все перекрывалось. Но когда ты нанимаешь наемных рабочих, еще платишь им зарплату, планируешь, нужны еще и налоги, вот тут уже становится дилемма. Поэтому это вот как бы такой вопрос, который болючий, который хотел бы вам адресовать, и если это возможно, как-то этот вопрос с этим нам помочь. В целом налоговая политика нашей страны, поэтому равные конкурентные условия и налоги для всех одинаковые. Кто-то выбирает себе одну систему налоговой, кто-то другую, все зависит от сферы, где он работает и насколько человек может себе подать. Если на данном этапе это не посильно, то со временем появятся возможности для улучшения своего статуса. В целом. Мы, как Главное управление в Харьковской области, только выполняем законодательство. И любые предложения можно писать. Это проблема не только для ФОПа-переселенцев, это вообще проблема ФОПов. Это то же самое, что с РРО связывается, это тема ИСВ. Просто минимальная заработная плата, естественно, увеличится ИГИНИ. Это общая проблема. Поэтому все мы в одинаковых рамках. Я считаю, что мы все равно немножко не в равных условиях находимся. Люди, которые испытали на себе опыт, которые получили опыт переселения, которые получили стресс, которые оказались в среде абсолютно незнакомой, и люди, которые вот в теплом местечке, живя в этом городе, начинают свой бизнес, зная менталитет, зная обстановку, зная ситуацию различных районов. Я просто прошла это все и знаю на себе, и знаю тот опыт, который я получила когда-то успешный, а здесь я практически потухла и стою перед выбором закрываться либо двигаться дальше. По-человечески мы вас понимаем, но вы поймите нас, мы вас слушаем. Да, я понимаю. Пополняю что? Естественно. Мы же не можем порекомендовать, не регистрируйте наемных. Вы знаете, на какие штрафы на сегодня занято оформлены? Я прекрасно понимаю. Дело труда. То есть, понимаете, лучше зарегистрировать предпринимателя нового, либо наемного взять. Ну, так не рисковать. Но здесь все должно действительно лежать законодательно. Да. То есть мы, как исполнительные органы, мы можем
регулировать нашу деятельность только на основании закона, а вот в частности налогового законодательства, это только налоговый кодекс. Поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы, допустим, по крайней мере, мы сотрудничаем со многими вот общественными организациями, фонды, да, насколько я знаю, была такая распространена практика и надания пиговых кредитов, да, на развитие. Это было, ну, даже нельзя было называть кредитом, это были помощи финансовые на развитие предпринимательской деятельности. Мы вот в начале тех лет мы активно как бы помогали. Нас приглашали, ты помнишь, чтобы мы помогли заново зарегистрироваться, вести учет, налоговый учет. Мы активно принимали участие. Я знаю, что это были такие большие программы в нашем регионе в том числе. Я надеялась, что как бы, это помогло вот, людям как бы, получить тот бонус, чтобы начать вот, не с нуля, а с какой-то вот уже определенной суммы, которую фонды давали на развитие. Сейчас, вот, конечно, мы уже регулируем и руководствуемся общими нормами, потому что как бы, законодательство предусмотрено уплату налогов всеми как бы, в равной части и в равных конкурентных условиях, потому что все должны действительно работать в равных конкурентных условиях. То, что касается фонда оплаты труда, ну, это и есть вот тот, сейчас вы знаете, с процессами децентрализации практически весь налог с дохода физических лиц, он идет именно в тот регион, в котором мы живем, и поэтому с каждым годом все больше будет востребованность в этих поступлениях именно в регионе, чтобы мы могли этим пользоваться, те же больницы поддерживать, те же детские сады, всю эту социальную инфраструктуру. Конечно, это то, что платят все. Ну, а именно вот адресной такой помощью, мне кажется, вот это было правильным таким началом, что фонды помогали именно начать деятельность. И я даже знаю наших коллег, да, вот, которые к нам приходили, они в Чинько, да, в Лавлена, как бы, то есть это были первые вот эти проекты, которые мы участвовали, тоже помогали, и очень много таких предпринимателей, которые в нашем регионе стали очень успешными. И я когда наблюдаю за их деятельностью, мне кажется, они даже во многом, знаете, как успешнее других, тех, которые работали здесь. И я искренне как бы радуюсь за них и думаю, что у них абсолютно вот сейчас такой налаженный уже бизнес. Может быть, даже их где-то привлечь, чтобы они поделились опытом и подсказали, какими программами можно воспользоваться переселенцам. Ну да, с Владимиром мы знакомы, да, участвовали в нескольких проектах. Я могу просто вспомнить все фамилии, но очень много было таких программ, куда нас приглашали именно помочь. А уже сами эти, как бы, те, кто вел их, эти фонды, они оказывали помощь напрямую, мы как бы туда не касались. Наша задача была разъяснить именно по законодательству. Спасибо. А у меня есть такой вопрос. Еще я знаю, очень приятно было видеть интересные какие-то детские работы, какие-то рисунки вот в Киевском были, в Киевском управлении, да, службы. Я знаю, насколько очень информативный, насыщенный и очень такой интересный сайт. Буквально каждая информация высвечивается оперативно, очень интересно и, мне кажется, очень доступно. Вопрос такой. Мы, конечно же, ежедневно и по несколько раз в день общаемся с нашими земляками, с разными спинотами, вижу руку в Фейсбуке. Вопрос, можем ли мы стать активными участниками тех информационно-просветительских мероприятий, которые организовывают главное управление, какие семинары проводятся, как вы развенчиваете фейки, например, фейк о том, что будет определен налог на карточки, вот перевод по карточкам, насколько оперативно вы можете, вот, допустим, с простуластой подтвердить эту информацию. Вопрос, в принципе, взаимодействия.
Не каждый переселенец посмотрит на сайте график проведения семинаров, тем более, что он очень такой насыщенный. Да? Можем ли мы, допустим, хотя бы раз в неделю информировать наше сообщество о том, что проводится семинар, информационная встреча, какая-то консультация, куда могли бы вот прийти не только наши знакомые, наши друзья, те, кто внутренне перемещенные. Абсолютно правильный вопрос. И мы только заинтересованы, чтобы действительно, если организовывается, проводится семинар, чтобы он охватывал как можно больше плательщиков и как можно больше предпринимателей могли воспользоваться вот теми навыками, которые лектор готовит, которые мы доносим. И поэтому можем напрямую контактировать, мы будем обмениваться с вами вот этой информацией, когда проводится семинар, вы будете смотреть на какие тематики, уже тогда, возможно, в вашей группе мы будем размещать эту информацию. Это такая, движение с двусторонним, дорога с двухсторонним движением, то есть и мы заинтересованы, чтобы зря не проводить пустых залов, чтобы как можно больше людей сразу получали информацию. Конечно, тем, кто предприниматель начинает свою деятельность, это будет очень интересно. И полезно. Спасибо. Мы подходим к концу, наверное, нашей первой вот такой встречи. Вопрос. Есть вопрос? Да, Виктор Горбар, ФОП Харків. Вот вы сказали про кабинет платника подарка. Своєї практики я знаю, що електронний ключ, наприклад, Приватбанк, можна отримати з будь-якої точки світу. Правильно? Зайти в кабінет я можу. Тричі посилав цей ключ на затвердження для здачі звітів, отримував якусь, звініть, абракадабру. Чому це відбувається? Навіщо тоді ставити ключі у Укрсоцу, Привату і ще купи банків? Уже там скоро ще на підході будуть. Якщо з ними нельзя звіт надіслати. От чому так відбувається? Це для того, щоб я постояв в черзі півгодини, отримав этот ключ, який у вас на першому рядку стоїть. От є якась логіка в цьому. Це до того, про що ви казали, про те, що людина може із окупованої території все це зробити. Так він не може з вами комунікувати. Почитати те, що ви йому пишете, да, а більше нічого. От я не зміг добитися в інтернеті, шукав, чому не можу сказати. Може, ви скажете, ви ж все-таки. Отвечу. В кабінет можна зайти з любим ключом, який видан сертифікованим центром на території України. Незалежно від того, це банк, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ видає ключі, частні організації ключі видають. И также работает центр подачи ключей при налоговых. Любой ключ подходит для входа в электронный кабинет. Там есть, я не буду дословно рассказывать порядок входа, есть много инструкций в интернете, которые через поиск можно найти. Нужно просто правильно выбрать центр, который выдал ключ, и ввести пароль ключа. Все, это достаточно для входа. В дальнейшем вы уже подписав договор на подачу отчетности в электронном виде, можете подать любой отчет, любые заявления, которые доступны в электронном кабинете. Если же вам что-либо непонятно, как пользоваться, у нас на сайте размещены телефоны специалистов, которые вас проконсультируют по интересующему вас вопросу, проверят, поступала от вас заявка, не поступала. Если поступала, по какой-либо причине была заполнена неверно, указаны какие-то некорректные реквизиты, инспектор вам подскажет и скажет, что нужно исправить. Кабинет работает у нас. Не питав, но у мене багато людей, які двічі-тричі спробували і плюнули, і стоять в черзі, отам от в Київській ДПУ. Не надо стоять в очередь. В Київській нет, це у нас центр поводичі ключей, він знаходиться у нас. Ні, я про звіти кажу, про ключі я знаю, де вони знаходяться. Да. Стоять не нужно в очереди. Ще раз. Есть контактный телефон, если что-либо непонятно, человек не разобрался, специалист поможет и расскажет. У нас есть целое отдел электронных сервисов, который занимается данными вопросами. Ну-ка, я спробую скористатися. Да. Пожалуйста. Дякую. Є у нас питання ще? Ну, если можно, наконец, такой маленький, чисто практический момент.
переселенец с семьей приехал сюда, вел на территории, допустим, Луганской области, вел свою деятельность. Приехал сюда, он ничего не вел, обживался, где-то пытался подрабатывать, там официально, неофициально, неважно. Пришло, когда было время и можно было более спокойно, в 16 году еще там спокойно перевести свою деятельность сюда, он даже не думал, заниматься ему своей деятельностью этим не заниматься. В конечном итоге сейчас он более-менее как-то здесь решился, это устроился официально на работу, работает официально, но там он ФОП не закрыл. Там все осталось тоже остановить. Он слышал о том, что нужно там пойти в торгово-промышленную палату, взять справку, тогда будет меньше денег оплачивать там какие-то, а там деньги требуют в торгово-промышленной палате. В общем, это дорого, времени займет очень много, кого-то найти непонятно где. Вот скажите, пожалуйста, как быть такому человеку для того, чтобы сейчас закрыть то, и он хочет открыть новое, у него не получается, у него на него ФОП, еще, ФОП есть. То есть как быть данному человеку сейчас, вот, переселенцу? Смотрите, закрывать не обязательно, он может просто перевести свою деятельность сюда. То есть нужно обратиться к государственному регистратору со справкой о том, что он сейчас прописан в Харьковской области, и регистратор внесет изменения, и он сразу же на следующий день уже... Он просто переведется к нам на учет и продолжит деятельность, вот как говорили, с чистого листа. То есть то, что было до, на него уже не распространяется, ни штрафа, ничего. То есть ему не нужно брать справку с торгово-промышленной палаты, все нормально, все сейчас спокойно. Ему нужно просто справку о том, что он зарегистрирован. Просто о том, что он здесь живет, да. И все. И больше нет. То есть он приходит в единый центр, вот этот, который есть, да, с этой справкой, и никаких, ничего больше вынести нет. Заполняет карточку регистрационную, и регистратор вносит изменения, и он продолжает свою деятельность. Мне тоже кажется, да, нужно как-то донести. То есть все его данные переносятся, он становится на учет налоговой по месту расположения в городе Харьков. И... То есть мы сегодня можем сказать, что вот наша встреча заканчивается на таком, может быть, маленьком, но положительном прогресс моменте. Если у кого-то еще из переселенцев вот есть такая ситуация, что он не закрылся в свое время, не перенес, но вот сейчас вот каким-то образом это сделал, он просто, таких много, да, реально. То есть он может просто прийти в единое окно, вот это вот, справка о том, что он здесь, и дальше это все будет. Ему надо снова открыть свое предприятие. Ему не надо бояться ни штрафов тех, которые есть, ни всего вот этого. Он просто приходит и в рабочем порядке, недолго, без тяганины, а по-нормальному, спокойно пререгистрируется, открывается, либо закрывается, если он уже не хочет заниматься таким. Правильно? Да. Я думаю, что это тоже уже положительное. Момент вот нашей первой встречи здесь. Спасибо. Ну и как я просила в конце нашей встречи, очень прошу несколько слов просто сказать переселенцам, ваши пожелания, ваши эмоции, слова, может быть, поддержки. Сергей Александрович. Да, я хочу сказать, что понятно, мы попали все в трудную ситуацию. Вся страна переживает, и мы так же самое готовы идти навстречу, но, опять же, только в рамках законодательства. Мы не можем от себя обещать какие-то льготы, которые не предусмотрены законодательством. Харьковская область, она такая благодатная область, да, для работы. То, что можно сказать по статистике, у нас постоянно идет рост регистрации новых предпринимателей. Да. Все говорят тяжело, все это, но при этом статистика говорит об обратном. То есть люди находят какие-то новые пути, ищут новые направления в бизнесе, да, где можно занять какую-то нишу и начать работать. Поэтому и хочу пожелать всем вот переселенцам, чтобы они нашли свою нишу, реализовались, работали, получали прибыль, и уплата налогов для них не была тяжелой. Спасибо большое. Мне хотелось бы пожелать, наверное, или даже сказать всем тем, которые хотят стать или уже стали частными предпринимателями, это главное не бояться. Не бояться ни рисковать, и что действительно все получится. Спасибо большое. Елена? И в дополнение, конечно же, терпение, конечно же, удачи. Пусть будет мир. Скорее всего, вернется на круги свои. У нас будет все едино. И предлагаю нашим гостям в студии по несколько слов. Андрей Синяков, переселенец, Луганская область, инженер поразумения, участник наших всех мероприятий. Хочу сказать, что сначала, когда все события начинались,
И вот та ситуация, о которой здесь говорили, люди бросали, уезжали с надеждой на то, что быстро все закончится, и мы вернемся. Но где-то с конца 16-го года это уже все прошло, и нужно было уже как-то начинать все сначала, особенно когда приехал с партийным костюмом без документов. И вопросы я задавал, собственно, по своему земельному участку, который там остался, где живут люди в камуфлированной форме с оружием. Вот. И там был процесс такой у меня реабилитации, обучения. Вот. Потом я начал тренерскую работу, там консультативные какие-то услуги. И пользовался все время договором цивильно-правового характера. Но сейчас у нас поменялся наш донор зарубежный. Я думаю о том, что нужно, наверное, уже открывать ФОП и в этом году уже приступать к полноценной такой деятельности, системной, не от случая к случаю. Поэтому хочу и себе пожелать, и всем удачи. Спасибо большое. Да. Виктория Александровна. Я просто хочу отметить важность и нужность таких мероприятий, потому что они помогают не только разобраться в определенных нюансах налогообложения, но и самое главное – показать человеческое лицо налоговой, что очень важно. Но люди, ну, к сожалению, смотрят чуть-чуть по-другому, а на самом деле здесь работают такие же люди, которые готовы, они отзывчивы, они готовы помочь разобраться, и они смогут. Спасибо. Это, наверное, очень важные слова, которые слышат наши переселенцы. И я со своей стороны хочу сказать начальнику управления коммуникации, что мы знакомы с большим количеством переселенцев. Я могу сказать, что среди них есть уже мои друзья. Я хочу сказать таким же смелым, предприимчивым людям, что не нужно бояться начинать дело именно в нашей области, что, ну, мы все готовы поставить свое плечо, оказать какую-то помощь информативную, может быть, где-то даже какую-то эмоциональную. Но, по крайней мере, у меня появилось очень много друзей. Я не могу сказать, что я уже друзей, как вот этот тот, который живет на моей улице 20 лет, этот, который приехал недавно. За эти 5 лет это действительно уже полноценные дружеские отношения. Спасибо вам большое за теплые слова. Ну, я хочу пожелать всем, кто приехал к нам, что я надеюсь, что Харьков уже стал для вас родным домом. Вот. И пожелать удачи. Мы едины, мы одна страна, мы одна нация, и все вместе мы решим все проблемы и придем к общему пониманию вопроса. Спасибо большое. Очень важные слова прозвучали сегодня здесь на нашей встрече. Я думаю, что неплохое начало, хорошее начало для диалога. Самое главное, чтобы начало встречи было вот, все в безумно напряженной такой вот сидели обстановке. И очень радостно видеть то, что ваши лазерки сейчас сияют, и на ваших лицах есть улыбка. Мы рады, что мы не приносим вам негативные эмоции. И вот эти теплые эмоции, теплые ваши слова, теплые ваши пожелания мы хотели бы сохранить и передать нашим землякам-переселенцам. Мы приглашаем вас на встречи. И думаем, что раз в несколько месяцев было бы неплохо встречаться вот за таким круглым столом. Я надеюсь, что на следующую встречу будет у нас больше переселенцев. А пока та программа, которая у нас идет в записи на площадке информационного центра «Майдан Мониторинг», она будет размещена на Ютубе, где мы сможем ее показать большому количеству наших земляков, соотечественников, переселенцев, нашим друзьям. Поэтому мы рады всегда видеть вас. Мне очень приятно было познакомиться. И, ну, хорошее окончание рабочего дня. Надеюсь, что вы выйдете отсюда с улыбкой и с хорошим настроением. Спасибо вам за то, что налоговая имеет новая налоговая, вот такое людское обличие и теплые эмоции. Дякую вам дуже. Спасибо. Делаем. Давайте.